как вы видите, в своем исполнении Барт Швинс, Тенгрэ Шампиньер. Вот это было, мне кажется, просто имба. И сердце победы было за тобой. Так, скажем, оба она! Брайан практически зарешил по одной, но прямо на финале исполнили, на самом деле, Барт Райдер. Выполнение трюка не надел там столик, а вот при себе там буквально прорывает, надо уместить на очень маленький пространство. Но, тем не менее, Брайан практически залетел. Супермен Мартин Сакини, вот что надо было сделать. Вот это вот делать, все, мне кажется, победа будет с тобой. 10 секунд осталось, если до конца честно, на самом деле. И это означает, что разница поехала вот сюда вот, чтобы тогда сделать один единственный. Это может быть комбинация, это может быть какая-то линия, дорожка, кто его знает. Супермен! Король! Осталось только по 200 фигер там что зачистить, и все, и красота. Ну и на этой прекрасной ноте мы двигаемся дальше. Артём Славов.